Не ори там, ё-моё, блин. Ну что, друзья, всем привет, с вами Кентавр. Добро пожаловать на прохождение игры Subnautica Below Zero. Ай-яй-яй. Это у нас релиз, да, все круто, все обалденно. Но смотрите, что здесь случается, если мы вот так делаем. Смотри. Горячо-то, очень горячо. Что ж, продолжение. Да, мы в прошлой серии с вами очутились вот возле этого обломка. Тихо, не надо меня тут пугать, блин. Пугает он нас. И я хочу пойти дальше. А это значит, мы садимся за руль, берем, короче, наш маленький мореходик или сосисочка, якобы потому, что он сейчас называется уже сосиской. И я задавал себе вот такой вопрос. А что же находится под этим обломком? Не в обратную сторону, потому что мы там уже были, а вот в этой вот стороне. Какие басы-то жесткие. Очень жесткие басы. Есть такие моменты, когда у нас почему-то какие-то прям серьезные такие басы звучат. Тихо, 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 тихо. Жесть. А че он так сильно как бы басует-то? Я не понял. Погоди, секундочку. У него мотор такой очень прям объемный. Звук у него прям шикарный, друзья мои. Что ж, давайте мы это посмотрим, что это такое у нас. Что можно здесь такого? А, стыковочный модуль. Отлично. То есть здесь можно стыковать нашего... О, там какие-то фонари есть. Секундочку. Здесь можно стыковать нашего... этого экзокостюма. Наш экзокостюм, если, само собой, мы его сделаем, то обязательно будем его здесь прям стыковать. Но для этого нужно все отсканировать и, конечно же, построить такой... модуль. Так, с Настуран. Нет, не Настуран. Там у нас литий и всякая другая хрень. Ага. Это одно из значимых мест. Его данные, несомненно, помогут нам в поисках внимания. Блин. Внимание достигнут определенная глубина. Ё-моё, вот дальше мне нельзя. Дальше мне нельзя. Как это понимать? Давайте мы сюда, короче, вылезем. Что это за конструкция такая интересная? Я... маленько не в курсе. Сейчас, секундочку. Тут... А, стой, 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 стой. Вопросик. Вопросик, друзья мои. А у меня есть второй баллон? Да, второй баллон есть, но он, к сожалению, не с кислородом. Почему-то я его опустошил и обратно не залил. Давайте мы его заполним кислородом. Вот так вот. Круто, что было все. И вылезаем. Такс. Что у нас здесь? Тут ничего, там ничего. Сейчас, секунду. Я там какой-то обломок увидел, если не ошибаюсь. Не, это цветок, блин. Это цветок. Короче, здесь обломков вообще нифига нет, кроме как вот это. Что это такое? Артефакт архитектора. Офигенная тема. Эскаватор для ископаемых. То есть это из... это вместо археологов, короче. Такой аппарат ставится и, походу, очищается грунт от этого скелета. Так, давайте посмотрим, где это такое. Вот, нашел его надпись. Так, на основе анализа предполагается, что этот артефакт является археологическим инструментом для поиска и раскопок ископаемых останков. Все правильно, остальное читаем на паузе, кому интересно. А мы идем внутрь, потому что там что-то же как бы интересненькое... должно быть. Я вижу, там у нас еще артефакт какой-то есть, но это 900 метров, это само собой не здесь. И все? Ага. Вот так вот. То есть прям вот так вот. И больше здесь ничего такого нет, да? Отсканировать мне ничего не дают. Очень прикольное здесь освещение. Прям шикарно. Такая маленькая-маленькая комнатушка. Вообще маленькая. Ионный куб. А что-то там обойти как-то. Короче, это просто... этот артефакт, как и все другие. Как и там будет, как и где-то у нас было. Было где-то еще, короче, еще один артефакт. И мы их просто потихонечку находим. Если не ошибаюсь, их должно быть или 23, или 13, я уже не помню. Кто-то по-любому сейчас мне скажет. Если вы в курсе, то обязательно нам напишите. Стоять. Сколько их вообще? Ты кто? Стыковочный модуль, есть. Все, мы можем уже и стыковочный модуль делать. Соответственно, мы можем даже уже себе позволить. Это что такое? Это спиралевик. Можем себе позволить замутить и... опля, это то, что мне надо. Замутить себе этот экзокостюм, друзья. Так, спиралевик, мне он обязательно нужен для очень серьезного крафта. Секундочку, иди сюда, блин, вырезка из спиралевика.
Вот, 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 об этом мы и говорили. Нам это срочно нужно. Да погоди ты, situation. Очень плачевная. Situation говорит, что вам нужно отсюда выбираться. У вас нет кислорода, вам... Смотри, там огромнейший взрыв будет, смотри. Ту-ды-жи. Давай. Бум. Не? Твою мать! Блин, я испугался. Ё-моё, это специально так сделали, да? Охренеть. Там у нас... Не-не, я не могу пропустить. Это у нас нужный ресурс. Это Настуран. Настуран нам нужен. Я уже тут покопался, поковырялся и очень много всякой хрени нашел. Но от Настурана отказаться не могу. Все, друзья, мы уходим отсюда. У нас тут глубина как бы больше 300 метров. К сожалению, моя сосиска... Напоминаю, сосиска — это наш мореходик, да? Сосиска сюда как бы заплывать не может. Поэтому возвращаемся. Ну а всех других, которые смотрят этот видосик и балдеют от нашего, как говорится, контента, благодарю за вашу поддержку, за ваши лайки, за ваши комментарии и, само собой... Да, спасибо, 30 секунд. За ваши советы по игре, само собой. Мы как бы довольно хорошо как бы знакомы с игрой, я и наша сосисочка, вот она, да? Но все же разные, различные, допустим, советы мне, опля, есть. Мне прямо, как говорится, иногда пригодятся. Так, секундочку, спиралевик. Это не ты? Это вот он. Надо побольше. Сейчас, секундочку. Не... А что он не режет? Мало что-то он режет, очень мало. Это у нас не режется? Нет, у нас не режется. Короче, спиралевик, как я понимаю, можно его даже посадить. Или? Сможем ли мы его посадить так, чтобы он у нас вырос? А что ты? Еды хочешь? Сейчас покушаем. Секундочку, у нас тут путешествие, ё-моё. А он кушать хочет. А где моя еда-то? А не здесь... А не здесь, а вот здесь. Иди сюда и поешь прям моментально. Вот так вот. Это есть хорошо. Водичку тоже, само собой, возьмем. Vital. Да это понятно, это нам всем понятно. Что ты вот так вот попьем, покушаем. Все, друзья, в таком случае мы здесь уже все закончили. Мы идем сейчас на базу. Сейчас там кое-что сделаем и потом пойдем дальше по заданиям. Разработчики тоже, блин, красавцы, вообще молодцы. То, что как бы дают нам и каждые там пару лет вот такой вот наигоднейший, блин, ё-моё, контент, потому что игра это прям, не орите там, превосходство. Прям тут как бы находиться в этой игре и изучать этот вот неизученный мир, это прям замечательно, это шикарно. Чувства очень-очень приятные. Ну, это, само собой, тем людям, которые, ну, более-менее такие подводные миры или подводные игры нравятся. Есть, я слышу, что есть такие люди, которые вообще Subnautica никак не заходят. Я думал, что нет, как бы Subnautica должна как бы зайти, то есть, ну, как минимум, более-менее понравится. Но нифига, блин, есть люди, которые прямо из моих знакомых, есть, которые нифига... Не то, что не понимают как бы в ней, но не ощущают того, чего ощущают те люди, которые прям любят эту игру. Ну, так как мы знаем и первую игру, то есть Subnautica просто первая, да, и вторую вот сейчас, которая уже в релизе, то есть мы сейчас в нее играем, то эти люди, само собой, оценивают прямо конкретно и очень достойно эту вот замечательную игрульку. Вот наш бейс. Вот так вот, я говорил, что раз у нас уже там есть меточка этой комнаты, да, с бейс, я должен убрать, давайте, кстати говоря, не, пока пусть он здесь стоит, убрать метку, оставленную нами. Так, секунду, давайте вот так. Не, лампа нам не нужна сейчас. Так, что мне нужно? Мне нужно, во-первых, все это вот разгрузить, у нас всякая хрень здесь. Так, с еда и вода, все эти инструменты мы здесь оставим, обязательно. Здесь у нас мы забираем сейчас все. И разгрузим то, что мы нашли, полностью разгрузим в наш этот, как его, ну, в нашу базу. Потому что, так, дальше у нас тут мало чего есть, хлам и всякая хрень. Здесь, само собой, мы можем сейчас сделать себе воды, еды и так далее, если что-то из этого есть. Но эти рыбы, которые я сейчас взял, это нам нужно для аквариума, который тоже появится у нас на базе. Секунду. Что бы я хотел сделать? Сосиску нашу, сосиску нашу мы будем, кстати, хочу за меня поглянуть, будем, само собой, вне видео, то есть это я за кадром сделаю, но сейчас хочу кое-что проверить. У меня тут есть эта штука, вырезка спиралевика, или как он там называется, давайте мы, на слот тебя нельзя поставить? Нет. Использовать. Есть. Шикарно. Короче, будет у нас, так сказать, счастье. Вообще замечательно. Где-то, короче, он нарасти будет. Где-то. Посмотрим. Упс.
водичка. А хотя, что водичка, блин, у меня тут есть станция, водочистная станция, которая меня сейчас будет прям спасать. Так, сиди сюда. Сколько у тебя там воды? Две бутылочки, как обычно, больше как бы и не будет. Отлично, 0%. Есть контакт. Пить мы сейчас как бы эту воду не будем. Мне нужен, по идее, здесь даже шкафчик нужно сделать. Так, есть у меня титан? Титан есть. У меня нет сейчас строителя. Но я бы здесь шкафчик поставил для того, чтобы сюда уже воду складировать. А то эта вода как бы нам... Секунду. Не можем же мы пройти вот просто так. Шпонь. И кофе у меня нету сейчас этого... Термоса нет, но ничего страшного, будет. А здесь что-то скинуть, как бы бутылку так вот, типа... Не, только воду, только в воде как бы это можно скинуть. Понятно, понятно. Значит, мы идем. Смотри, какой у нас обходной путь был. Короткий. Что я хочу еще сделать? Сейчас я кое-что поищу. Я тут там это, когда плавал, еще нашел какую-то штуку. Сейчас глянем, где она вообще находится. В чертежах, скорее всего. Вот, ионная энергоячейка у меня открылась. Ионная батарея открылась у меня. Сейчас, секунду, что еще у нас тут есть? Термос, понятно. Вот, баллон-ускоритель. Это тоже такая нужная штука. Это я плавал и нашел тоже компонент, который сканировать надо было. И это я могу сейчас сделать. Полярный лист мне не нужен. Стыковочный модуль. Я его сделаю только когда у нас будет экзокостюм. Жилой модуль. Я полностью открыл. Его тоже как бы можно сделать. Типа там, чтобы поспать там туда-сюда. Изготовитель у нас есть. Аквариум мне сейчас не нужен. Рука захват. И что-то там у меня еще было открыто сегодня. Нет, нифига, больше ничего. В таком случае я сейчас... модификационная станция, так, погоди, где у нас этот модуль? Вот, что нам нужно. Модуль глубины, короче, погружения, мореход мод 2 нужно сделать. Для этого как бы синтетический волокна мы должны сделать, но этого раньше не было возможно, а сейчас уже возможно. И, само собой, модуль 3 сделаем, или мод 3. Для этого нужен кианит и, само собой, мод 2. Плюс никелевая руда обязательно. Сейчас сделаем. Значит, синтетические волокна. Друзья, синтетические волокна, вот такие вот где-то вот штуки. Для них нужна была вот эта вот вырезка спиралевика. То, что нужно. Во-первых, берем рубин и, конечно же, эти вот синтетические спиралевики, или как их там назвать, это у меня уже есть. В таком случае, для этой штуки, для мод 2, у нас мод 1 есть для погружения, нужен мод 2. Эмалевое стекло, 2 рубина, синтетические волокна есть. Эмалевое стекло где-то здесь было. Синтетические волокна и 2 рубина. И где-то здесь оно делается. Да, модуль глубины погружения морехода мод 2. В смысле, а я же 2 рубина взял, не? А, один ушел на крафт. Понял. Вот так вот. В таком случае у нас будет, не будет немножко крафта сегодня. А мод 1 я не вытащил? Нет, не вытащил. А мод 1 вытаскивается из нашего морехода. Короче, стыковать их, ну, типа, 2 модуля поставить, это не работает, как я уже понимаю. Погоди, он сейчас погружается на 150 метров, да? Да, на 150 метров. С первым модулем он погружался на 300 метров. А сейчас у него будет, если не ошибаюсь, 600. Если стоять, если не ошибаюсь. А ну-ка, сделай. Шикарно. Сейчас у нас вообще универсальный этот мореход будет. И плюс к этому я могу уже сделать, наверное... Не для, не для костюма краба, для этого. Кианит у меня есть. И никелевая руда, 3 штуки. Пласталевый слиток был, если... Нет, я все-таки ошибаюсь, но... Так, для пласталевого слитка мне нужен литий. Литий обязательно, смотри. Только сколько там лития надо было? 2 лития, видишь как? Память как бы хорошая, но все-таки что-то меня, короче, подвело. Берем, короче, пласталевый литок. Слиток. Ну, давай, что ты так долго делаешься-то? И кианит 2 штуки, никелевая руда. Друзья, где у нас тут? Раз, два, три. Блин, это весь никель у нас почти что. И кианит у нас в этом, в мореходе. Такс, кианит. Иди сюда. Кианит, это там, наверное, да? Нет, не там. А вот здесь. Давайте мы его полностью всего возьмем. Да и этих рыбок, ты же как бы туда-сюда. Вот тебя нет. Сейчас, секундочку, чипсики, чпоньк.
Чипсики чпоньк и термос берем с собой. Конечно. Конечно, вот так вот. И солнышко вылезает. Вообще шикарненько. Вылезает солнышко у нас. Что мы хотим сейчас сделать? А, мы хотим сделать вот это вот. Вот это вот. Я же говорю, все есть для нас. Вообще все замечательно. У нас как бы тут вообще шикарненько. Сейчас я его как втыкну туда, блин. Будет, как говорится, космос. То есть он погружаться будет. Блин, он такой золотистый прямо. Это у нас... Якобы я сделал его розово-коричневым. Че я вылезаю? Залезаю. Розово-коричневым, но на самом деле выглядит он немножечко золотистого цвета. Так, секунду, где этот модуль? Хренась! 1000 метров. Это максимум, что может наш мореход. Максимум. Но 1000 метров, это конкретно. То есть мы можем сейчас в любую дырень, короче, залезть без никакой проблемы вообще. Идем дальше. Я думал, у меня строителя в инвентаре не было. А он все-таки был, блин. Я его сейчас поставил на 5-й слот. Это собака, блин. А он тут был. Давайте, я же говорил, что сюда поставлю ящик. Значит, мы сюда... Так, скварц и титан. Значит, мы сюда ящик для воды. Блин, а что тебе не нравится-то? Я же тебя туда вот сюда прям хочу прям запихнуть, а ему не нравится. Окей. В таком случае ящик для воды и для всякой другой хрени будет находиться здесь. Да, мы же якобы копим воду, да? Давайте мы вот эту вот... Начнем, короче, с этой вот бутылочки. Сколько у нас тут? 35%. Я же говорил, кофе хочу. Хочу кофе. Давайте, по кофейку. Вот так, нормально. Нормально? Нормально. Шикарно. Сюда, короче, надо тоже что-то посадить. И биореактор. Друзья, сейчас прям моментально прям сделаем биостоямба-реактор. Потому что в нашей базе, короче, есть проблема. О, ускоритель. Баллон-ускоритель. Вот это я понимаю. Дистилляционный костюм нужно. Короче, мы же сейчас уходим в... Сейчас скажу. В пилот последние известные координаты. Там корабль есть, который нас ждет уже 2 серии, да? Поэтому мне нужен дистилляционный костюм и мне нужен баллон-ускоритель, чтобы ускоряться. Это значит, мы делаем вот так и вот так. И ласты-зарядка. Где-то они у нас были, если я не ошибаюсь, что-то их не вижу. Вот они, ласты-зарядочка. Сейчас мы сделаем, короче, и то, и то, и то. И этот биохрен, как его? Биореактор. Делается прям легко. Есть, конечно же, ядерный реактор. Но начнем мы, наверное, с биореактором. И вроде бы как все. Что там completed? Кофе completed? Кофе зашел у меня. Нет, не зашел. Вот он сейчас, короче, заходит. Кофе. И я пошел собирать. У нас мы уже можем все делать, поэтому почему бы и нет? Как делается аэрогель? Нам нужен аэрогель для дистилляционного костюма. Начнем сверху прям. Дистилляционный костюм. Это гелеобразный мешочек и рубин. С рубином у нас вообще проблем нет. Значит, мы берем 2 рубина здесь. Как бы у нас тут есть еще ящики с рубином. И, конечно, этот гелеобразный мешочек, который дает и воду. Про что я забыл. Это проблема, как бы, но он все-таки воду дает, да? Но я об этом немножечко забыл. Мне напомнили. И... Это мне бы спасло бы жизнь, как бы мы тут вообще как бы не умираем в этой игре. Но все же, это мне бы облегчило состояние моей души, когда мы искали как бешеные воду в прошлых сериях. Это прям была проблема. Что мы сейчас делаем? Аэрогель. Отлично, аэрогель есть, синтетические эти волокна, стоямба, вот они. Это опять вырезка, это опять рубин нужен, такс. Ты где, рубин? Рубин, только не говоришь. А, это в мореходе. Сейчас пойду и возьму из... Вот он тебе, рубин. И не зря же я посадил вместе с вами. Мы посадили вот такую вот штуку. Выросла уже. А, еще растет. Давай быстрее расти, блин, ё-моё, а? А у меня одна штука есть? У меня одной штуки... Блин, 37%, да ну. А если я посплю... Ну, ночь, типа, день пройдет, ночь пройдет, не? Не знаю. Окей, тогда этот дистилляционный костюм пока подождет. Сделаем другие вещи. Ну, пока там вырастет. Сделаем баллон для ускорителя. Ускоритель. Это кислородный баллон и комплект проводов. Ну, пошли. Отлично, все есть. Давайте делаем.
Так. Доктор Фелисити Аман, имеющая при себе только баллон-ускоритель, однажды сбежала из подводного леса кислотных щупалец на планете Альфа-671. Ну, она вообще молодец. Давайте посмотрим, как этот баллон сейчас действует. В данном моменте. Блин, у меня сейчас он много места занимать будет. Но хотя это прикольно, как, ну не то, что прикольно, а это нужная вещь. Это очень нужная вещь, когда... Здорово, сейчас мы его наполним. Когда тебе нужно ускориться и быстренько куда-то выплыть. Потому что иначе ты... сдохнешь. Да, конечно, кислород тратится, из него, по крайней мере, тратится, да, не твой, как его, ну, который ты можешь сюда одеть, да, а именно из него, и ты довольно быстро, а если вот так, и еще с этим, ага, так оно не работает, а ну-ка сейчас подышим, может, когда 40% кислорода или секунд, то он уже как бы не ускоряется, сейчас, секунду, сейчас мы его наполним. Он вместо кислородного баллона, как бы, но у него есть ускоритель. Так, сколько секунд в общем? В общем, он дает нам 135 секунд. Быстрее будет или нет? Или нет смысла использовать и глайдер? Кто вообще замечает сейчас? С глайдером и с ускорением быстрее будет? Странно, да, на 40 секундах, короче, он это останавливается. Понятно, а как нам делать? Мне обычно как бы кислород этот нужен. Мне нужно, тогда в таком случае я буду использовать всегда. Когда, ну, при погружениях вот таких вот далеких, мы давайте мы его заполним, вот, заполняется. Мы его, короче, заполним и этот тоже. Будем пользоваться нормальным кислородом, то есть вот этим вот баллоном. И в дополнение... якобы мне надо, чтобы были вот эти вот, чтобы мы вообще там легко справлялись в этих туннелях или каких лабиринтах этих кораблей. Так, ласты зарядка требует полианилин. Полианилин требует золото и соляную кислоту. Соляная кислота требует отложения соли и молодой хлопковый анемон. Молодой хлопковый анемон. Есть ли у нас такая гадость? Или ее у нас нифига нет? Молодой... Нет, это у нас антенник. Короче, у нас этой штуки, как я понимаю, вообще как бы нет. Хоть я там был, мне нужно походу еще раз туда нырнуть и достать себе... эту хрень, а вы все пишите, делай себе зарядку, делай себе ласту зарядку, делай. А из чего делать, если у нас такой штуки как бы нет. И там у нас ничего такого не растет. Не-а, не растет. Ласта зарядка, значит, пока что отпадает. Из-за того, что молодого хлопкового анемона у нас нет, значит, уйди. Биореактор сейчас сделаем, это у нас сделано. И это, скорее всего, надо ждать, ну или уже выросли. 65%. Ну, на следующее утро будут уже как бы готовы. Отлично, биореактор. У меня была такая идея поставить биореактор, допустим, в эту вот большущую... Ого, уже ночь. В эту большущую комнату. Вот, допустим, вот сюда как бы. Но! Можно как бы сюда поставить биореактор и здесь. Или ядерный реактор, допустим, здесь. Но и то, и другое как бы. Но с этой комнатой у меня другие как бы планы, поэтому... Биореактор, я, ну это я сегодня так об этом подумал, а с самого начала я построил вот эту комнату, которая очень такая усиленная, именно для вот таких вот целей. Значит, биореактор будет находиться у нас прямо вот здесь. Наконец-то, как говорится, мы делаем с вами биореактор, так как нам энергия нужна. Вода у нас там создается, и этот водочистной насос, он очень сильно как бы требует энергии. И энергия ночью у нас уходит. Неактивно, само собой неактивно. Мне нужно здесь поставить пару этих цветков. Не наружнее. Кстати, да, наружнее грядка мне нужна сейчас. Она вообще влезает сюда? Что-то какая-то здоровая. А, это не наружная, внутренняя нам нужна. Внутренняя. А есть квадратная внутренняя грядка? Блин, походу, что-то у меня ее нет. Потому что мне нужно что-то здесь посадить, я уже знаю что.
наружная грядка, само собой, это только под воду мы ее поставим. Здесь она у нас не вылезает, плохо. Да, из грядок у нас есть только маленькие-маленькие вот такие вот грядки, именно внутренние. Окей. В таком случае, если у нас такая проблема есть, да, ну если такая проблема все-таки появилась, иди сюда, кому говорю, био. Это называется био, как говорится, энергия. Ух ты, да ну, кварц даже нашел. Круто, а ты что даешь? Ай, молодец, вообще молодец, обезьянка, что она дала-то? Так я и не понял, что дала, но она что-то дала, короче. Слышь, био-товар, как говорится, сейчас пойдут комментарии. Изверг, как такое вообще возможно? Я знаю, друзья, что можно как бы делать, ну, совсем как бы другое. Надо поставить там большую грядку и посадить дерево, которое растет на причале станции Дельта. Вопрос. Это дерево будет расти в маленькой грядке? Где у меня титанчик-то? Титанчик-то, титанчик у меня уже закончился, что ли? Походу, закончился. Так, я пошел за титаном. И будет ли расти что-то в эти вот маленьких грядках? Вот в чем вопрос. Горшок для растения. Ну, грубо говоря, да? Мы его сюда поставим, вот так вот. Что-то здесь посадим, но немножко потом. А сейчас я буду немножечко извергом. То есть, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Не, погоди, тут у нас еще один. Вот такой вот есть. Вот, вот так вот. Активен? Активен. Сейчас он включается и начинает, как говорится, перерабатывать. Смотри, у нас энергия ноль. Потому что ночь. Да? Да, потому что ночь. И вот эти вот рыбки нам дадут немножечко энергии. И даже этого не хватает, потому что наш гребаный этот насос водяной потребляет очень много энергии. Калории? Калории. Сейчас мы с калориями там решим проблему. Ха. Ну, хоть что-то. Хоть работает все у нас тут. Да. Короче, грядку большую надо найти. И да. Спиралевик, ты красавчик вырос, я смотрю. Вообще вырос. Значит, семена нам нужны. Раз. Блин, только две дает. Ёлки-палки. То есть, одну посадил. Ага. Одну посадил, одну взял. Очень мало дает. Капец он такой, блин. Я не знаю, прям очень, как сказать, нужный предмет. И очень трудно добываемый, скажем так. Так, ну, по крайней мере, он мне сейчас нужен. Для синтетического волокна дистилляционный костюм делаем. Кто не понял, вдруг не понял, да? Берем вот это вот, берем, ставим сюда и что мы делаем сейчас? Он, наверное, здесь делается, не? И тут зарядка делается. Ласты, зарядка. А дистилляционный костюм... Чпаньк! Ого, долго. И как вы поняли... Под самое утро, о, он уже даже оделся даже, мы сейчас будем пить воду очень-очень мало, совсем мало. У нас есть это, вы вообще красавцы, молодцы. Появилась энергия, говорят, а если энергия появилась, значит мы берем у сканера аккумулятор, вытаскиваем строй. Вот у этого можно вытащить, надо было это пораньше, само собой, сделать. Но мы вот так вот поставим, вот так вот положим. Это возьмем, это, конечно, возьмем. Друзья, под самое утро мы сейчас все с вами сделали. И дистилляционный костюм, и биореактор сделали. И мы уходим туда, к этим координатам. Как раз утро. Да, перед вылазкой заряжаю свой мореход. А как вы думали? Кстати, у нас уже энергии биореактор дает вместе с базой и со всем этим биореактором. У нас целых 650 энергии в общем. Ну, за день, если это накоплится, это очень хорошо. Но может и не накопиться из-за того, что водоочистная станция, она все же работает. Так, сберем, значит, воду. И пошли. Все. По идее, ты уже загружен, заряжен, то есть... Он уже заряжен. Сосискин, сколько у тебя там энергии? Нормально, 94. Где мы эти модули? Слышь, модули? Есть, пристыковались. Что мы делаем? Мы вроде бы как все взяли. Все нужное и ненужное. Ну там рыбу сейчас мы приготовим. Как бы здесь у нас все есть.
Да нормально, нормально. У нас батареек тут миллион. Еда есть. И вот это берем, вот это берем. Вот две батарейки сейчас мы оденем. Воду одну как бы мы выпьем. Обязательно. Это мне не надо. А где мой еще один баллон? Один баллон на мне. Да что ты паришься, блин? На тебе, кушай, кушай. Что ты так это? На, поешь. На, попей. Что такое? Все замечательно. Вообще замечательно. Пилот, последние известные координаты. Let's go. Такс. Ехать. Обнаружена корма космического судна транспорта Солнце. Название судна Меркурий-2 не функционирует. Нифига себе, с какого расстояния 300 метров и она обнаружила, видишь ли. Чё такое? Кто там? Ты ко мне, что ли? Не, он, скорее всего, за рыбой. Или он все-таки за мной? Слышь, корма, блин. А где это она обнаружила-то? Обнаружила-то. А ну-ка, развернемся. Может, в другом месте? Артефакт. Нет. Все правильно, как бы. Где-то здесь, значит. Там что такое? А, это трубы эти. Мы там были. Вот, пилот, последние известные координаты. И от этой точки мы вроде бы... где-то здесь... нашли корабль. Трындец, блин, звуки. Задолбали пугать, блин. Реально задолбали. Короче, вот он. Друзья, мы нашли Меркурий 2. Одну часть, одну его часть. Давайте мы найдем сначала заход или вход. По-нормальному, чтобы можно было как-то туда зайти, что ли. Такс. Здоровый. Совсем не маленький. И он тут стоит не то, что там пару дней или лет. Я не знаю, там пару десятков, наверное, лет. Охренеть, это здоровое. Где вход-то? Че у нас тут здесь со входом? Тюха. Если что, у нас электрошок есть, как бы. Сейчас найдем. Как он близок. Так, у меня мышка, блин, это коврик кончается, а мышка... Нет, вот падает с коврика. Так, с Меркурий 2 есть контакт. Видели, да, название? Снизу вижу этого костюм краб. Понял, нам сюда. Отлично. Так, что мы делаем? Не, фонарь мне не нужен. Готовимся, друзья. Во-первых, заряжаем батареечку сюда. Заряжаем батареечку сюда. Строитель мне сейчас вообще ни к чему. Это ты здесь останешься. Воздушный пузырь тоже здесь не нужен. Эти два баллона, как ускоритель, как воздух, пусть будут у меня. Ты мне воду дашь, но немножечко потом. Кофе сейчас пить не будем. Лазер есть, это есть, есть, есть. Ремонтный инструмент, хер знает, надо нам будет там что-то ремонтировать или нет. А что я еще убрал-то? Где мой этот? Ага, понял. Ну, я готов, давайте. Все, короче, кораблик, мы, короче, к тебе погнали. Ай-яй-яй, а что мы здесь найдем? А что мы здесь найдем? А мы здесь найдем вот такого вот костюм краб, которого даже сканировать не дают. Да ну, быть такого не может. А ну-ка, секундочку. One sec. Ящики тоже не открываются, понял. Короче, вход, что у нас по кислороду? Раз, два, кислород есть, отлично. И сейчас протестируем. Первый заход. Вообще первый, совсем первый заход. Фонарь включаем. Тут есть даже чем подышать, даже ты прикинь. Разрежьте, чтобы открыть. Конечно, режем. Вообще без проблем. Ага, ядерный стержень, это я понял. Рука бур. Бля, это мы уже сканировать не должны. Зеленый тернион. Взять, что ли, один образец? Расти вряд ли у нас будет. Он вообще падает, да?
Нет, с него, мне кажется, ничего не выпало. Нет, не падает. Значит, он нам вообще не нужен. Так, подыши. Это тоже бур мне не нужен. Это у нас не сканируется. Такс. Осматриваемся. Все ящики открываем. Это что такое? Китайский картофель. А, прикольно. Прикольно, однако, прикольно. Здесь у нас ящик. Тоже китайский. Уже полон. О, круто. Это надо уже разгрузиться, значит. Раз мы уже здесь близко. То есть, раз мы еще здесь близко. То почему бы и нет. Здесь он вообще зеленоватый. Наш этот красавчик. Так, куда тебя? Давай где более-менее больше места. Вот сюда. Ну окей, одну штуку сюда, значит. И заполним все, блин, этими. А, у нас уже водичка появилась из нашего дистилляционного костюма. Смотрите, вот она, очищенная вода. Еда, правда, у нас на минус 3 идет, а вода целых плюс 20. Это конкретно. Первый этаж, что еще дает? Первый этаж, рыбки. Все ящики посмотрим. О, есть контакт. Это для нашего, нашей сосиски, для нашего морехода. Короче, здесь уже все. Сверху ничего, но значит мы поднимаемся. Ага, прям сюда прям. Че, серьезно? Давайте. Режем. Долго. Кто мне напишет, кстати, сколько времени примерно кто-то из вас, ну, скорее всего, вы помните так примерно, вам понадобилось на изучение полностью этого корабля? Вот сколько примерно времени ушло на его изучение? Что ты мне всегда, блин, пытаешься тут сканировать? Давайте я его просканирую, чтобы не появлялась эта надпись. Металлолом. Да не, металлолома брать не будем. Вообще не будем. Так, что у нас здесь? Мы пришли оттуда. Главное сейчас не запутаться. Я помню, здесь можно очень жестко, прям серьезно, прям запутаться. А это нам вообще ни к чему. Ага. Это первый раз я сканирую большой аквариум, прикинь. Круто. Один раз, и ты уже можешь его сканировать. Охрененно, такс. Доверять моим инстинктам, Диана. Секунду, тихо-тихо, помолчи, а то у нас так не получится. Да, я сказал, что буду уже как бы выключать их. А то вместе не получается как бы читать нормально. Так, мои инстинкты не ошибаются. Стефанос всегда слишком осторожничает. Он ненавидит рисковать, что, думаю, вполне понятно, когда ты торчишь на другом конце галактики. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Эллиот нашел здесь на неисследованной планете следы инопланетной архитектуры и ждет, что я их просто проигнорирую. Ха! Клянусь поясом Ориона. Ну и другой... Не, ну и дурой бы я была. Мы провели сканирование, и хотя на этой планете не так много залежей минералов, здесь есть приличное биоразнообразие. Команда отправляется утром, наберется значительная партия особей и образцов для биопатентирования, которое будет распределено между экипажем, согласно пункту об открытиях. Посмотрим, как будут жаловаться Стефанос и остальные, когда в карманах их униформ посыпятся кредиты от правительства Солнца. Когда-нибудь они научатся доверять моим инстинктам. Вот такой вот у нас месседж. Что мы здесь видим? Угу. О, начинаются туннели. Начинается, как говорится. Начинается. Так, я тебя видел. Я тебя брать не буду. Распечатать. Распечатать, так распечатать. Сейчас мы ее распечатаем. Обязательно. Да, обязательно. Конечно, конечно, конечно. Сейчас, сейчас, секундочку. Секундочку. Мы туда. Это мы вообще куда пошли? Блин, я же говорю, сейчас все запутаем. Да? Я вообще куда я вылез-то? А, тут дырочка была, прикинь. Стоять, иди сюда, оксиген, оксиген. Мне нужен оксиген. Мне нужен кислородец. А, я сюда вышел, это круто, но мне как бы сюда нельзя. Не надо, то есть. А баллона тут больше баллонов нет? С этим, цветов с этим, с кислородом. Че так мало-то? Ты это бери, ты это тоже возьми. Металлолом нам не нужен. Это выход наверх. Э,
Нифига, дай пройти. И я опять разрезать. Блин, нужно, короче, уходить для кислорода. Надо подышать. Есть контакт. Что у нас здесь? Да иди сюда уже. Главное ничего не забыть. Не, рыбок мы сканировать сейчас не будем. Опять еще один КПК. Последствия крушения Меркурия 2. Так, давайте. Давайте вот так вот. Да, вот давайте вот так. Короче, давайте еще раз. Вот так. Я жива. Стефана спас меня. Погоди, нормально? Нормально, да. Я жива. Стефана спас меня. Меркурий совершили экстренный взлет, и все с виду шло нормально. Я помогал экипажу на мостике со взлетом, поскольку экипажа не хватало из-за всего этого. Я услышала звук рвущегося металла, и на долю секунды, готова поклясться, все засияло зеленым и стало нестерпимо горячо. Затем я увидела дневной свет и смотрела вниз на океан и лед. В моих ушах ревел самый сильный в моей жизни ветер, разрывающий корабль. Люди вылетали из борта Меркурия. Столько криков и хаоса. Мне повезло, я только что защелкнула крепление сиденья. Вот ремень что делаю, видишь как? Стефанос появился из ниоткуда, словно малаика, ангел. Че? Словно малайка, я не знаю, что это такое. Я почувствовал его жесткую, мускулистую руку, надежно сжимающую мою. Время словно остановилось. Он сказал: «Я держу, просто иди за мной, Айла». Не знаю как, он использовал аварийную привязь для того, чтобы затащить меня в ядро реактора. Самый крепкий отсек на корабле. Мы ударились о воду, и все потемнело. Он спит. Думаю, он ударился головой. Я истощена, адреналин давно прошел, и мое тело болит. Думаю, я сломала ребро. Прикрою глаза ненадолго. Когда я проснусь, я разберусь со всем. Я нас спасу. Вот такие вот... Давайте мы выйдем отсюда вот так вот. Стой. И... Да. И именно для этого я сделал так, что когда мы открываем все-таки этот инвентарь, чтобы мы могли это все дело читать, чтобы у нас время останавливалось. Друзья мои, ну, нам нужно подышать. Это значит, мне нужно... Где мой корабль? У меня мой корабль там. Oxygen. Нормально. Ага, сюда нам не залезть, да? Или залезть? Не, погоди, мы сюда залезать не будем. Вот еще себе берем 90 секунд. Блин, я могу выйти через... Я хочу через ту же дверь, как мы сюда залезли. Вот, через ту же дверь. Надо все, как говорится, делать вот так. Вот тебе и подышать можно. И в принципе, можно даже замутить так, чтобы все баллоны заправить. Давайте. А, отлично. Что мы делаем? Заправляем один баллон, он еще не заправился. Заправляем второй и ныряем обратно. И третий тоже. И полезли, конечно же, обратно. Само собой. А куда еще? Куда еще, если не сюда? Так, цветочек, ты вообще красавчик. Ты мне очень сильно поможешь. Куда мы здесь вылезем? Ага, прям вот никуда. Там что, серьезно? Там ничего нет? Нет, там ничего нет. Окей. Тогда едем дальше. Где мы остановились? Мы остановились здесь... Я здесь что-то просканировал. Не, нифига не просканировал, но мы хотим дальше. Здесь не знаю, как зайти, там у нас дверка должна быть. Изучаем, друзья мои, изучаем. Вот вижу, есть проход на вверх. Ящик, блин, опять открыть, ну давай, режь. Синтетические волокна или волокно. Это, скорее всего, было. И все? Ну что, серьезно? Этого мало. Этого очень мало. Мы сюда пришли за результатом. И вот тебе еще одна дырень. Вверху корабля. Окей. Которая нам ничего не дает. Понял. Так, где мы находимся? Мы находимся... Да, сориентировка, как говорится, у меня вроде бы как все нормально. Но... Давай попьем, раз такое дело, да? Оп. Но бывают все-таки моменты, что можешь немножечко потеряться. Мы пришли оттуда, там у нас выход, и сюда мне не залезть. То есть, прям вообще, да? Или можно? Не, можно. А я-то думал, что нельзя. Комплект проводов, это хорошо, это всегда хорошо.
Я понял, еще одна ячеечка. Халява, как говорится. Но мне нужно идти дальше, это есть мало. Так, куда нам еще тут двигаться? Ну окей, тогда давай мы подышим. Где моя дырочка? Вот она, дырочка. Тех. Где-то здесь был цветочек, иди сюда. Все, там мы все осмотрели. Значит, вход будет где-то в этом месте. Да, здесь нужно разрезать. За 30 seconds я здесь разрежу все. Прям все. Я же говорю, разрежу. Вот, отлично. Я поражаюсь, что у нас на самом деле ты расцвел. Не, нифига, блин. Ну окей, я пошел дышать. Хотя, не успею, давай вот так. Я, так сказать, в этой игре никогда не умираю. Вообще никогда. И, ну, типа, советую всем. Я могу и на хардкоре поиграть в эту игрульку. Так что... Сколько картофеля здесь можно взять-то? Офигеть-то, а? Трындец, сколько тут. Полон, серьезно? Так уже пар... А, кстати говоря, а чё я парюсь-то? Китайский картофель. Сколько мне надо для этого китайского картофеля? Мне он не нужен, нахер не нужен. Мне один образец нужен. И все. А я могу тебя просканировать? Нет. Ты кто? Журнала сообщения «Пришельцы Эллиот». «Пришельцы Эллиот». Ух ты, ух ты, еще раз ух ты. Это мечта каждого ксенолингвиста. В общем, я помогал со сканированием планеты, и, возможно, на поверхности есть неизвестные конструкции. Я могу сделать себе карьеру на всю жизнь. Изображения немного исказились из-за атмосферных помех, но это похоже на целенаправленную и комплексную архитектуру, что означает присутствие цивилизации, а цивилизация означает победные фарфары. Язык. Ух ты. Экипаж по большей части просто хочет вернуться домой, но это может стать эпохальным открытием. Я определенно подскажу Диане идею о походе на поверхность, так что я смогу взять команду для исследования. Отчаянно надеюсь... Что дело выгорит. Эх, жду не дождусь, когда мы снова окажемся на расстоянии связи с Солнцем. Лейла и дети будут рады это услышать. Тяжело быть так далеко от них столько времени, но теперь это может стоить того. Я смогу дать им намного больше. Да, вот так вот, красавчик. Обсуждает про свою находочку. А почему вот у него не было, у Эллиота не было картинки? Обычно у нас тут картинка уже, потому что... Но релиз там туды-сюды. И у всех была картиночка, у всех персонажей. А у этого чувака, блин, картинки нет. Вот тебе и наш туннель, который мне якобы нужен. Вот и комнатка, которая мы... В которой мы не могли зайти. Так, опять разрезать запросто. Давай-давай. Разрезать так, разрезать. Так, я понимаю, что у нас как бы есть фонарь, который еще круче освещает, но тут надо двигаться быстро, это значит только с помощью нашего глайдера. Иначе... Стоять! Иначе никак. Что здесь у нас? О, почти что промазал. Ты прикинь, запечатанная дверь. Друзья, здесь у нас опять же находится часть, которая нам нужна для, вроде бы для крафта, какого-то ящика для антенны, который находится... Сейчас скажу. Который находится вот на причале станции Дельта. Ту большую антенну, короче, помните все, да? Так вот. В смысле, а что, я тебя взять не могу? Не, могу, это просканировать надо, вот так вот. Фрагмент узла параллельной обработки. Но нам нужна еще одна часть. Секундочку, нам нужна еще одна часть. В этом корабле только одна. То есть цель, по идее, достигнута. Запутался. Цель, по идее, достигнута. То есть мы именно для этого в этот корабль или вообще в эти корабли и шастаем. Именно для вот таких вот целей. Ничего не берется. Но нам нужна еще одна штука такая, да? Погоди, здесь можно было, вот здесь можно было. И сюда пройти можно было. Да, секундочку. Я знаю, кислорода у меня нет, можно я подышу немножечко вот здесь. Да, вот эти вот корабли именно для этого и сделаны, потому что нам нужно... Тут ничего? Прям вообще ничего? Ничего. Потому что нам нужно целых 3 штуки стоять.
Тут можно и справа, и слева можно. Ага, это одно и то же. Там дверь. Тут у нас ничего. Блин, мне кажется, у кого-то может загружиться, закрутиться голова из-за наших походах. О, вот тебе и командный пункт. Давайте посмотрим. Аварийный взлет, Диана. Аварийный взлет. Секунду, еще раз. Клянусь поясом Ориона, все пошло наперекосяк. Откуда мне было знать, сколько всего пойдет не так? Я подвела экипаж. Нет, я не подвела. Я не получила бы эту должность за провалы. Виновата эта пустынная земля, мерзлая и проклятая. Из-за этих роющих существ и странной болезни, симптомы, которые появились у некоторых из членов экипажа, нам придется улетать завтра с первыми лучами. Мы готовимся к немедленному взлету. Мы не можем рисковать тем, что вибрации привлекут копальщиков. Так что провести систему, проверку систем пропустим. Рискованно, но я верю в себя и экипаж Меркурия. Правда, посадим мы эту штуковину практически чудом. Но мы должны убираться отсюда. Может быть, орудие нужно, чтобы не пускать никого сюда. Но если мы улетим, оно нас отпустит. Я вынужден оставить здесь экипаж в пещере на карантине. Мы за ними вернемся, но мы не можем рисковать распространением неизвестной инфекции по Меркурию. Мы упаковали для них припасы, но излишка хватит для только на 2 недели. Я им говорю, что мы вернемся, но не думаю, что я смогу безопасно приземлиться здесь во второй раз. Мне неизвестна эта мысль. Мне ненавистна эта мысль, но я вынуждена бросить их здесь. Я не могу рисковать всем Меркурием. Жесть. Поняли, да? Что тут творилось? Не, ну вы поняли? А, так вот оно. Третья часть. А я думаю, эта часть будет в другом корабле. Узел параллельной обработки. А ты мне можешь показать, что это такое? Фиг его знает, короче, не нашел. Осталось сделать модуль тестового режима, тогда я смогу отключить эту спутниковую башню. А спутниковая башня, кстати говоря, нужна для того, чтобы пойти к Маргарет, потому что Маргарет нас попросила отключить спутниковую башню, и мы пойдем к этой Маргарет, и она нам, конечно же, что-то расскажет о нашей сестре. Вот такие его дела. Так, секундочку, что у нас здесь еще валяется? Отлично, что у нас тут? А прямо ничего прям, да? А ну-ка, если этим фонарем. Ну, тут, в принципе, светло как бы. Давайте подышим. Так, где мы появились? Мы появились где-то вот здесь. Но тут можно и с другой стороны зайти или выйти. Так, что у нас здесь? Это лобовое стекло, как вы поняли. И здесь и есть пункт управления этим кораблем. То есть здесь стояла женщина и управляла Меркурием. Прикольно. Прикольно. Довольно прикольно. Правда, тут уже больше ничего такого нет. Давайте мы просто подышим. Сейчас у нас поднимется это второй пузырек. Ну, давай, появляйся. Кислородное растение истощено. Я тебя сейчас... Вот, я же говорю, блин, не истощено. Нормально все. Друзья, я надеюсь, здесь ничего не забыл. О, не-не-не-не, музыка. Это диск. Rocket Gaming, Subnautica Stimulus. Это нам надо будет, друзья, сделать с вами радиоаппарат. Это для музыки, да? И посмотрим, что это за музыка у нас будет. Ну-ка, иди сюда. Так, куда мы идем? Блин, сейчас зайду в какую-то дырень. О, хрен его знает, как я. Здесь мы не были. Иди сюда. Так, подышать, подышать. Есть чем подышать? Не, подышать это значит, нам нужно в какую-то комнатку побольше. Блин, есть. Иди сюда. Ой, какой ты здоровый, блин, корабль-то. Ё-моё. Это кухня у них была. Это у них была кухонка. Давайте зайдем, возьмем, покушаем. Раз такой расклад на полочках у нас. Да, давай. Ничего нет. Тут можно выйти и подышать, конечно, это круто. Серьезно, пещера какая-то. Круто, здесь можно дышать, это уже плюс. А куда мы сейчас вообще? 300 метров расстояние, это все металлолом.
И все, тупик, что ли? Нет. Или все-таки да? Седой, я зашел, в принципе. И здесь другая дырочка, да? Не, нифига, блин. Это то же самое. Так, давайте обратно внутрь. Внутрь и к этому, к следующему. Где мой этот цветочек? Он же появился заново, да? Да. Подышим. Сейчас найду выход. Ха, смотри, еще один стержень есть. Охренеть, а сколько их тут вообще? Не стержень, а этот фрагмент узла пара... Да, их уже... Не... Блин, а их много. Я-то думал, что их мало, а их... Дофига. Ну, много, короче. Вы поняли. Тут можно что-то разрезать, давайте. А нифига, здесь разрезать ничего нельзя. Тут, походу, ничего и нет. Ну, окей. Тут кровать чья-то, смотри, тут у нас... Да, я знаю, знаю. Тут у нас кровать, ну, якобы это... Такое купе, скажем. А здесь нифига нет. Другие кровати, значит, посмотрим. Возьми. Это дистилляционные, да. А, фрагмент укрепленного костюма. Ныряльщика, это круто. И еще один КПК. Скучаю по семье Эллиот. Так, друзья, почитаем, как говорится, это на выходе. Потому что мне нужно уже отсюда выбираться. Костюм укрепленного этого чувака мы сделали, мы взяли, то есть. И смотрим дальше. Еще один КПК, одно КПК. Капитан Офигенность Диана. Нормально. Нормально. Это мы тоже почитаем, когда выйдем, чтобы я чувствовал себя в безопасности. Не надо. Взял случайно, это по привычке. А, так сюда можно было, блин, зайти вот сюда. Понял. Все, друзья, мы сделали такой большой круг и сейчас полностью убираемся отсюда, потому что, смотри, у меня, во-первых, полностью кислород иссяк. Здесь у нас уже третий кислород получается, и мы должны возвращаться. Да, блин, сюда можно было просто сюда найти, зайти. Все, выходим. Не, не выходим, у меня тут еще один КПК есть. Сейчас, секундочку, и вот это тоже есть. И потому что... Нормально, нормально. Потому что все, вот сейчас выходим. Да, я же говорю, плывите, плывите к поверхности ноль. Есть. Тихо, 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 дай, дай воздух, дай воздух. Ха, нормально, нормально, нормально. Что ж, сейчас почитаем. Так, с первой я скучаю по семье Эллиот. Надо убираться с этой планеты. Утро начиналось так хорошо, я взял команду из шестерых для поиска строений с планетарной... Так, с планетарных сканирований. Мы все были воодушевлены. Ну, а кто бы не был. Мы все были воодушевлены, да-да. Эти строения могут стать ключом и к другой родной... Блин. К другой разумной расе. Маловероятно, чтобы другая колония забралась так далеко. Нас впишут в чертовы учебники по истории. Все шло нормально. Мы ушли на несколько миль от корабля, когда радио поймал настоящий сигнал. Похоже, был на сигнал СОС. Мы все оживились и решили отправиться под воду, чтобы его найти. Это решение стоило нам трех жизней. Половина моей команды. Их порвало на части нечто. Они умирали... Они умирали крича, одни в этих холодных темных водах. Я не полезу больше в этот богом проклятый океан. Я отказываюсь. А еще некоторые из животных на этой планете больны, странные наросты на коже, подозрительно медлительные. Я думаю, нам надо уходить. Но Диана говорит, что мы остаемся. Она думает, что выплаты по биопатентам все окупят. Но те семьи больше не увидят своих близких. Их не будут волновать выплаты. Мы не можем вернуть тела. Мне не нужны дифирамбы в учебниках истории. Я просто хочу увидеть Лейлу и детей. Я скучаю по запаху волос моей жены. Потому как детишки прыгают на меня в дверях. Все, чего я хочу, это убраться отсюда живым. Пожалуйста. Трындец. Вот это вот да. Следующее сообщение, капитан Офигенность. Диана. Солнце должно мне доплачивать за руководство такими миссиями. Я только что спасла весь чертовый экипаж от уничтожения. Меркурий едва не распылил невероятно мощный луч энергии. Не знаю ни одной орудийной системы способна на такое. Источник энергии, которого хватило бы на такое расстояние, должно быть, ну, нечеловеческим. Нам повезло, энергетическая сигнатура похожа на оружие шахтерских грузовозов, предназначенное для борьбы с пиратами.
Преломление луча в атмосфере, клянусь поясом Ориона, смахивало на полярное сияние. Настолько мощное, я отстрелила аварийные ракеты и слила воду из реактора. Думаю, тепловая сигнатура на мгновение сбила наводку оружия. Я сумела выполнить небольшой маневр уклонения и ощутила, как тряхнуло Меркурий от ударной волны, резко испаряющейся воды из реактора. Она одна могла бы нас уничтожить. Я определенно попрошу прибавки к зарплате. Я на такое не подписывалась. Дни моего участия в рискованных миссиях сочтены. Но, черт возьми, я все еще крута. Даже если это было бы везение. Просто везение. Надеюсь, то, что не хотело пустить нас на планету, не будет возражать, если мы улетим. Ну, как бы я тоже надеюсь. Но вы помните ту пушку, да, в первой Сабнатике? Вот этой вот, вот об этом она и говорит. И следующее сообщение, то есть последнее повреждение двигателя Стефанос. Это мы все КПК находили в этом вот корабле. Вы уже видели их, да? Окей, Стефанос. Ну, мы сели в целости, несмотря на мои опасения. Диана, проклятая экстремалка, пошла на риск, и он окупился. Да. Зачем занимать меня в роли помощника по технической и инженерной части и не слушать моих советов? А, пап, я не просто так ходил 8 лет в школу и получил 3 степени. Я пытался убедить Диану, что нам не нужно останавливаться на ремонт. Для того и служат дрейф-привод и вторичная система двигателей. Это лишь чуть-чуть медленнее, но руководит она, а не я. С другой стороны, я, возможно, буду работать с Ясмин. Не знал, что она такая трудяга. Она ходила по кораблю и помогала всем подряд. Думаю, она действовала Диане на нервы, поэтому та отправила Ясмин ко мне. Ну что, круто. Ему в плюс. Она помогает мне осматривать и ремонтировать двигательную систему. И я думал, что я самый большой технар на корабле, но она легко даст мне фору. Она определенно может научить меня кое-чему, если только я не буду слишком отвлекаться на ее улыбку. Улыбка у нее лучше всех. Друзья мои, вот такой вот у нас, как говорится, скажем, сюжет. Мы на этом заканчиваем, потому что видосик у нас очень длинный получился. И много мы с вами успели сегодня сделать. Сделали мы с вами дистилляционный костюм. Мы замутили себе вот такой вот баллон-ускоритель, с которым я, как говорится, не пользовался, потому что здесь и так тесно. Мы сделали биореактор. Мы сделали всякую хрень еще на базе. И, конечно же, осмотрели полностью вторую часть Меркурия. И вот такие вот дела. Что ж, пишите свое мнение. Надеюсь, вы поддержите наш видосик лайком. И мы посмотрим, что у нас тут еще есть интересненького. Но уже в следующей серии. Пишите, что да как. Увидимся с вами в следующем видосе. Всем удачи и всем пока.